спину. Всем огромный привет! Вы на канале Корзо Худеет, и сегодня у нас манты. Сегодня не совсем ппшное блюдо. Вот. Я немножко приболела, у меня очень болит горло, поэтому я либо сегодня вообще не буду говорить, либо мы поговорим совсем чуть-чуть. Сегодня у нас манты, их здесь 10 штук, 5 с бараниной и 5 с говядиной. Не знаю, буду ли я кушать с этим соусом. Это, наверное, с говядиной. Манты я кушаю второй раз за всю жизнь. Блин, очень вкусно. Манты мне больше нравятся, чем хинкали. Я сходила за сметанкой. Я сходила за сметанкой, поэтому мы сейчас будем манты кушать со сметаной. Вообще я их ела первый раз, когда я перегоняла машину из Беларуси в Грузию. Однозначно вкуснее со сметаной. А этот соус какой-то непонятный. Короче, в тот момент мы заехали с сестрой на заправку. И на заправке можно было купить 3 манта, по-моему, за 75 рублей. Вот, я решила заказать их. И, честно говоря, не прогадала. Было очень-очень вкусно. Сытно. Вот я поела прям, видите, они разваливаются какие-то. Вообще, я хотела манты захомячить без вас. Но... Блин. Решила все-таки... с вами. Так вкусно. Я буду как Наташа Бо. Конечно, честно говоря, на заправке манты были, а там было больше мяса. Безумно вкусно. Вообще, я сегодня себе купила 2 вкусности. Эти, наверное, с бараниной. Я купила себе еще тортик. Там 2 вида по кусочку. Я, скорее всего, буду кушать завтра, либо сегодня, через несколько часов. Может, даже видео засниму. Не знаю, смотря насколько я буду хорошо себя чувствовать.
Видите, не сильно много мяса. Вообще не болеть, у нас просто отопление еще не подключили, и в квартирах очень-очень холодно. На улице ночью плюс 13. А у меня такая фишка, что я очень мерзну ночами, если мне очень холодно. Если дома холодно, и я вдыхаю холодный воздух, я очень-очень быстро замерзаю. Вот такая вот красота. По сути, здесь очень тонко раскатано тесто, мясо. Лук. Давайте еще последний скушаю, все. Останется 3. Того я съем 7 штук. Просто они реально разваливаются. Но мясо очень вкусное. Я могу сказать, что я равнодушна хинкалям. Я могу их кушать, могу не кушать. Но вот после того, когда я на заправке попробовала манты, и я нашла в доставке здесь в одном ресторане, я сегодня их нашла, не удержалась, решила заказать. Все, на этом все, ребята. Я скушала 7 штук. Пожелайте мне здоровья, потому что, блин, болеть это очень плохо. Сейчас пойду выпью лекарства и буду спать. Не забывайте ставить лайки, подписываться, комментировать. И всем пока, до новых встреч.